Подпорные стены в Красноярске возьмут под особый контроль. Депутаты Горсовета сегодня проинспектировали их состояние в Советском районе. В частности, на улице Никитина и партизана Железняка в районе Виадука. Последнюю стену специалисты департамента и народные избранники рекомендовали разобрать. Подпорная функция она не выполняет и к тому же находится в предаварийном состоянии. Больше всего вопросов вызвала стена во дворе дома 35А по улице Воронова. По словам местных жителей, уже около 3 лет она находится в угрожающем виде. Представители департамента пояснили, что постоянно следят за ее состоянием, но денег на полноценный ремонт пока нет. Всего ведомство контролирует более 100 подпорных стен, большинство из которых не вызывает опасений, заверяют специалисты. Депутаты же намерены взять ситуацию на особый контроль и заложить в бюджете следующего года дополнительные деньги на ремонт стен. По итогам совещания выдадим рекомендации администрации города о том, чтобы нам представили вот такой график решения проблемы по каждой конкретной подпорной стене. Когда будет стена разобрана, либо когда будет стена отремонтирована. Чтобы была точная цифра, сколько нужно денег, чтобы была точная дата. Когда мы, наконец, забудем про аварийные подпорные стены.